Это как всегда мой врачебный юмор меня немножко. Слава Богу да. Слава на Бога. В нашей церкви мы любим посмеяться. В нашей свя... церкви почему это смеем? Во Святом Духе. Во Дух. А, сегодня я звоню моему приятелю. на приятел. который является Гарпунджи. Ко это Гурпундия? Я малку обратный перевод. Сейчас будет обратный перевод. И Казуамо. Я ему говорю. Доброе утро, коллега. Доброе утро, коллега. Как стрелял ли с утра рыба? Как ты стрелял рыбу утром? И моли рыба. Есть ли рыба? О, да, да. С утра так сам дом досто. Я такой, да, да. Он, 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 да. Он вот такой утром, да. Сам, было много... дни лавраса, самый день Лаврса, самый день Лаврса. То, Судаки. А, вот. Очень много судаков. По 7-8 килограмм. По с 7-8 килограмма Да. Я Нас, наслука. наслука, это значит, ну, удачи а. в рыбалке. Удачная охота. Сам говорит, сам переводит. Да. Да. Скоро я сам себя буду переводить. Я благодарю бога что сегодня ну, просто немножко решил пошутить что с утра такой ураганный ветер когда благодаря на по ктото кто-то несмотря на ураган вместе с детьми пришел сюда на это место И има хору, кой то вопреки ветер, вопреки урагана, садошли тук даже с тецата. Да, для меня это самые настоящие герои веры. За меня твоя с героями неверата, истинските. Скажи слава Бога. Скажи слава на Бога. И сегодня тему моей проповеди. Иднеш темата на моята проповед. Своей славы. Своета слава. Бог не отдаст никому. Бог не да даде дене а Где это написано? Кдпищет това. Давайте мы откроем пророка Исаия, 58 глава. пророка Исаия, глава. И можно прочитать с первого стиха. можем да от стих. Перевод на проекторе. Перевод на проектора. Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой, подобно трубе его. Кажи народу моему на беззаконие его и дому и Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего, они а вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Извиняюсь, не то место. Так. Сейчас ты прочитаем другое место. Исайя 48 глава, извиняюсь. Исайя 48 глава. Исайя. 48 глава. И также... Ну, я прочту тогда... С 9 стиха. От 9 стих. Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя, Ради себя самого делаю это, это говорит Бог. Ибо какое было бы нарекание на имя мое? Славы моей не дам иному. Вот это место, где Бог говорит о том, что Он свои славы не отдаст никому. Славу моей не дам иному. Я хочу рассказать сегодня пару таких свидетельств. Искам, да расскажи, несколько свидетельства? Как Бог меня научил э, не присваивать Его славу? Как Бог меня научил, да не присвояв вам славу тому? Вы знаете, что Бог периодически исцеляет? Вы знаете, что Бог периодично исцелява? И Он исцеляет через всех нас? И то исцелява при нас? И в том числе и также через меня? Слышь, so, что такая и через меня? В этот раз мы поехали втроем в Бургас. Тоже подпопулих мы в Бургас. Это пастор Саймон. Твой пастор Саймон. Дарья. Дарья. И я. И я И приходит одна женщина. И а, пристигает наша жена. Зовут ее Нелли. Тя Нелли? Она известный художник в Бургасе. Тя известная художничка в Бургас. Периодически она делает выставки. Периодично тя имею изложби. А муж у нее директор галереи. А мажей и директор на галерея Где периодически делаются вот такие выставки? Когда это периодично и мы такие во изложби. И она сказала, что прошлый раз вы молились, это было где-то год тому назад. И тя ми каза, че миналия пат ви, като сте молили, това е било горе-долу преди една година. За моего мужа. За моя мъж се молихте. Которому поставили диагноз рак. Който му беше поставена диагноза рак. Карцинома. Карцинома. И прошло какое-то время. И изменило определенное время. И Бог его полностью исцелил. И Бог на полногу исцелил. Я немножко расскажу про Нелли. Малко что тебе расскажи из-за сама Нелли. Нелли, она пришла ко мне несколько лет тому назад. Нелли дошла примерно при день около И она сказала так. И тебе казала такая. Ну я делал опрос. А, Питах я различные вопросы. Да, что, ну, собирал она мне с болезнью первых она мне занаблиста и про свой позвоночник она сказала и за свой гробнагтяй казала что в 13 лет она упала с большой высоты чиктой била на 13 гу поднула от гулямо весучина и упала очень неудачно и поддала много сил ну вот так вот под углом foot И у нее один позвонок в, грудном, в нижнем грудном отделе позвоночника, он выскочил. И один от uh, а, прешленитей а, в во вгробначные столбы и скочил. Он вышел где-то на полтора сантиметра назад. Из, Изля, Излязал ли на около сантиметра и половина назад. Назад, да. Назад. И получается так, что у нее спиной мозг, он был передавлен. если получится так, что гробначный мозг и был а, притиснут. Да, и по идее ноги у, у нее должны парализовать. И в сущности, э, крокоты требовали, чтобы да будут парализованы. Ну, Доктора сделали снимок. Лекари направили снимка. Ну, видно, ее спасла ее юность, ее нежность, ее гибкость. Может быть, ее спасила не на то молодость, не на то гавковост. Да, спинной мозг был действительно, действительно передавлен. Гробначный мозг на был притиснут. Но ноги у нее не парализовало. Но крокаты не были парализированы. Ну, они там как смогли, там какие-то физиопроцедуры провели. какого-то самугллиса направили направ как физио процедуре тогда такие операции не делались такие операции не правили это было 60 лет тому назад біло, а, сейчас ей ну так, то есть тогда когда ее осматривал То есть, -то я Ей было 73 года. Ця была 73 А травма произошла в 13 лет. А станала, то есть на 13. То есть прошло 60 лет. То есть со 60 години. Тогда 60 лет тому назад операции на позвоночнике не, не делались. Тогда операции на столб не сосы правили. И я как, как доктор предполагал. Я сказал, доктор, предполагах, что, скорее всего, позвонок зарос. Че сигурно, а, самия на заразнул? Кальцифицировался. Кальцифицировался. И произошло такое анкелозирование, так называемое. И стануло ан... анкелозирование, да. Анкилозирование. Ну, это когда позвонки между собой зар... зарастают, обрастают. Когда-то пришли они между собой, э, им растет кост от горы. Что можно за 60 лет, ну... За 60 годин, в сущности, как да. вы... И что ну, я сейчас можете. могу сделать? И я, как вам могу направить себя? Как доктор. Как лекар. Ну, я говорю, ну, ложитесь, я вас немножко осмотрю. Ну, ас казв вам, лягайте, ас леко что-и пригледам. Почуп вас позвоночник? Что-и а, пипом гребнящий столб? И она легла на на живот. И тя легнела по курем? И я вот так начал позвонки прочупывать. И започных до да пипом гребнящий столб? И когда я прикоснулся вот к этому позвонку, который действительно выпирал? И когда туду коснулся, то зи пришленько это Позвонок мягко очень вошел на свое место. Самие пришлень мекичко и влязал на место туси. Я подумал, это это очень странно, это какое-то чудо, наверное, сейчас произошло. Я си сипумислих твоем много странно, нея какое чудо с фигурносе случило. Или может быть что-то непонятно для меня. Твои эбелионе что не разбираем узами. Я сказал Нели, давайте мы еще немножко понаблюдаем за вами, потому что позвонок. Я сказал Нели, дайте, можете малку да глядами. Вот. Как же ты себя чувствуешь Вот сейчас станьте, посмотрите. Встанете сейчас и погляднете, прешлена? Она встала, она пощупала позвон позвонок. Тяя застарнула, попиппипнула и прешлена? А этого позвонка, ну тут тот, который выпирал, его, ну то есть его нет, он. Там а тот, прешлен, какой-то из из торчал, все что-то И она она сказала, ну да, а что, а, а что это такое случилось? И тя тя оказывал Эмида, не могу, какого-тое случило. И вы знаете, Бог, я так верю. И Бог а сфер вам такая целенаправленно допустил вот такой именно момент. то и целенаправленно этопуска таков момент и илиленаочно я и сказал вы же видели сами и оссиказах вид сама вид ях ты вы же сами были свидетелем сама бяхты свидетелка. что я с этим позвонком не делал ничего часто стозы пришли ничто не направить я просто возложил на вас руки просто слоь хар раката сиверх у вас а вы знаете, что написано? А знаете ли, как во опиши? В Евангелии от Марка, от Марка в 16 главе. В Евангелии от Марк 16 глава пиши. Что верующие будут сопровождать все знамения. Че те знамения. Возложат руки на больных. Что сложат руки на болните, И будут здоровы. И что будут здравии. Правильно я говорю? Правильно ли казвам? Даже там не говорится о том, что надо помолиться. Там даже не пишет, что надо да помолиться. Я даже помолиться за вас не успел. Даже не успел, да си помолю за вас. Кто это сделал? Кой и направил това? Это сделал не я. Това не самку го направил Это понятно. Това ясно. Бог вас исцелил. Бог ви исцелил. Ну давайте мы понаблюдаем. Ну да погледнем малко още. И потом через недельку придете ко мне. След седмица ще дойдете пак примен. И мы опять посмотрим. И

ничего не произошло, он также на месте, на месте стоит. И тебе казва, не, ничто не случилось так така я на место то Спасибо, доктор. Благодаря докторе. Я говорю, вы меня не благодарите. Я сказал, не благодарите. Потому что я, я не сделал ничего. Понеже я ничто не сам направил. Я просто положил на вас руки. Просто <laughs> сложи <раката> си <laughs> Потому что так в Писании написано. Понеже така в Писании это. А все остальное сделал Бог. А все, что и направил Бог. А, очень четкий момент. Много точен момент. Что я сделал? Как во направи хас? Я всю славу воздал Богу. Тята слава да дух на Бога. Я не исцелил никого. Ас не сам исцелявал никого. Я, я сегодня свидетельствую. Днес свидетельствую. Я в своей жизни не исцелил никого. Своя живот никого не сам исцелил. Все исцеления, которые произошли в моей жизни. Всечки исцеляния, которые состанали в мой живот. Они были от Святого Духа. Билиса со от Святия Дух. Бог исцеляет. Бог исцелява. Но Он использует нас как проводники своей Божьей любви. Но то не использовал, как проводники на свой это Божья любовь. И э, эта Нелли, она так, так поверила. И та Нелли, всточно, повярва, что Бог исцеляет. Че Бог исцелява, что через несколько лет она привела ко мне своего мужа. Че години, тя мощь при мен. Моему мужу поставили страш, страшный диагноз. Казвана, моя мощь, моя мощь, моя поставлена страшная диагноза. Карцинома. Карцинома. И к сожалению, в такой э, уже прогрессирующей стадии. И, за сожалению, во много прогрессирующих стадий. И они ничего не могут сделать. И, в сущности, ничто не могут направить. Но мы верим. На не верваме. Что Бог исцеляет. Бог исцелява сегодня. и днес. Муж пришел. Господин я дошел. Его зовут Георгий. То есть, георги Георгий. Я говорю, Георгий, ложитесь. Я сказал, Георгий, лягайте. Вы не против, чтобы я за вас помолился. И мы-то ли нечто против, да си помоля за вас? Ну, знаете, я вот как-то немножко все равно как бы с опаской отношусь, когда э, мы молимся против воли человека. И я, в сущности, много предпазливо себя относим к тому, когда мы молим за человека без воли тому. Ну, например, человека привели. Примерно, что человека. Ну, жена хочет, а муж не хочет. Жена-то иска, а мужа не иска. Очень важно, чтобы все верили. Многое важно, всечки доверять ну, чтобы хотя бы один в семье веровал. Но нам важно получить согласие. Но на нас не важно да получим согласие. Георгий сказал, я хочу. Георгий каза, осиском. Я хочу, чтобы вы помолились. Иском да помолите, И чтобы Бог меня исцелил. И Бог да меня исцели. Я помолился за него с помазанием Елея. Помолился за него с Побуждание со Селей. Проводил то, что написано о Пророке Исаия, пятьдесят третья главе. Казах то, какое то в книге то на пророк Исаия, пятьдесят и глава. Что ранами его мы исцелились. Чисос ранить ему с мы И он. И той. Иисус Христос. Иисус Христос забрал наши немощи и болезни. И взял наши проблемы и болести. И мы поблагодарили. И не благодарим и через какое-то какое-то время врачи констатировали. После того предельно время лекари тебе сказали, что этот человек здоров. Четози человек здоров. Ну, вы знаете, я что сегодня хочу сказать. Но знаете ли, как воинском Дней докажа Как как доктор я делаю такие вещи. Кто лекаря такие военные Я верю в то, что верующие должны делать такие вещи. Веромче веровашьте, ты да Я хочу попросить эту семью, искам да помолят у вас семейству, чтобы они принесли мне два эпикриза да ми донесат два эпикриза. Один эпикриз до. Един эпикриз до. И один эпикриз после. И один эпикриз после. Аминь или не аминь? Аминь или не аминь? Там, где был поставлен врачами диагноз карцинома. Там, когда это и была поставлена диагноза то от лекаря эти карцинома. А сейчас ему 76 лет. А сега я на 76 години. А второй эпикриз. А второй эпикриз? О том, что карцинома уже больше нет. За то, карцинома-то я не вече. И что этот человек уже здоров. И че тоже человек здрав. Почему? За что? Потому что Бог его исцелил. За что то Богу исцелил. И знаете, я хочу сегодня э, э, привести еще один факт. И ском один факт, да викажа. Э, я помню, что несколько человек приехала ко мне. Спомним все, чей ниаколку человеки сошли при мен. Потому что они по болгарскому хри христианскому телевидению увидели, что Бог исцеляет. Понеже по БЕХИ видяха, че Бог исцелява. Но они подумали, что я исцеляю. Но ты помислиха, че аз исцелявам. Уловите разницу. Усители тази разлика. И они приехали ко мне. И те за дошли при мен. В ожидании того, что я их исцелю В ожидании, че ас стиги исцеля. И что произошло? И как вы остану? Ничего. Ничто не остану. Я вот сегодня обращаюсь вот к нашим телезрителям. Не саебраш там ком тези който не гледат по телевизиата. Ради бога не приезжайте ко мне. А... За исцелением. Моляви не идвайте при мен за исцеляване. Если вы приезжаете, приезжайте к Богу. Ако идвате, идвайте при Бога. Потому что исцеление только у него. За что то исцеляване то само при него. Я могу за вас только помолиться. Мога само да се помоля за вас. Если у вас есть вера. Ако имате вера. То Бог исцелит вас. Бог ще ви исцели. Еще одна женщина пришла. что одна жена е дошла при мен. А, несколько лет тому назад она была, была больна от рака Хочкина. Преди няколко години е била болна от рак. Ходжкина. А, 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 лин... Рак Ходжкина. Лимфоденома, да. Лимфоденома. И я также молился за нее. И я също така си молих за нея. И Бог э, исцелил ее. И Бог ее исцелил. Это было, когда мы только переехали в Болгарию. И това е било э, тогава, когда... Где-то где 14 лет тому назад. Я тогда работал в Варне только. А тогда в Варне. Она приехала из Бургаса. А я дошла от Бургас. И прошло несколько лет. И сами на линяколку гудини. И ее мужу также поставили. И на мужа есть что такая, вещь поставила диагноза. Диагноз карцинома. Диагноза карцинома и э, она привела его ко мне. И довела Вот два случая, когда сперва один человек получает поверие, исцеление. Два -то случая, когда -то человек получает исцелявание по И потом через какое-то время приводит другого человека, мужа след... или жену или детей. И след некое время э, води и мажа, и э, супруга и децата. Для того, чтобы Бог исцелил их. За да исцели Бог. А вы знаете, а муж, ну, атеист. А вы знаете ли, что господин беше атеист? И, конечно, это было очень странно. И в было много странно. Ну, как он вот так вот противился и был весь против. Касса и беше против ну, вы знаете, рак это страшная болезнь, правда? Но знаете ли, чья рак? И... Это страшная болезнь? Это болезнь, которая не жалеет никого. Та болезнь не сожалеява никого. И к сожалению лекарства на Земле не существует. Из-за сожаления лекарства то на Земле отаком нынешней не существует. На поздних стадиях. На поздненьких стадии. На четвертой стадии никто на Земле не может помочь. На четвертой стадии никто на Земле не может допомогнеть. Да Кроме кого? Освен кой? Только Бог. Само Бог. Только Бог исцеляет на последней стадии. Само Бог исцеляла на последней стадии. Вы должны знать об этом, наши телезрители. Вы треба да знаете за то, что эти, кто не глядят. Что если гледат. вам поставили диагноз рак четвертой степени с метастазами? Чего вы поставили на диагноз это рак четвертой стадии со сметастазой? У вас есть надежда. Ви имеете надежда. И вам нужно иметь только веру. И вы треба да имеете само вера. Чтобы принять исцеление. С да исцеляването. От, Господа Иисуса Христа, от Господа Иисус Христа, от Иисус который сегодня исцеляет, Поэтому верьте, пожалуйста. Моля да И Бог исцелит вас. И Бог ще Пойдемте дальше. Да на татак. Итак, кто исцеляет? Так а, кое исцеляет только Бог. Исцелява само Бог. Я приведу место, которое написано в Марка, в 5 главе с 25 по 34 стих. А что ви кажете на место, кое то пишет во Евангелии, то от Марк, пета глава, от 25 до 34 стих. И э, это место говорит о той женщине. И то место говорит за та жена, которая более 30 лет имела кровотечение. Куя то повече от 30 години имала кровотечение Я думаю, вы все эту историю знаете. Мисля, че всички знаете та же история. И написано, что народ теснил Иисус Христа. И пишет, че uh, э, народа е притеснявал Иисус Христос. И эта женщина, она имела веру в себе. И та дама имела вяра во в своё тус Какую веру? Как во вяра. Она верила. Чья я вервала? Что если она пробьется сейчас через толпу? Чья ку тя мини престолпата? И прикоснется хотя бы к краю его одежды? И саму до до края на него вот одреха? То Бог исцелит ее. Чье Бог, что ее исцели? И она пробивалась через толпу? И тяя минавала такая престолпата? И вот она видела в вот этот край одежды? И видела это уже край одрехота? Я думаю, что она уже ползла. Мислачить тяя ползяла вообще? Пробивалась. И саму искала достигни? Тянулась. Протягнула ротитиси. Она дотянулась и коснулась края одежды. И тяя протягнула роката и эту коснула край надрей хода. И Бог исцелил ее. И Бог ее исцелил от этой страшной болезни. От этой страшной болезни. То есть исцеление оно проходит через самые различные препятствия. То есть исцеляем не то, меня различные испытания. Второй пункт. Второй пункт. Вера в исцеление идет через смирение. Вера то в исцеляем не то, ворви пред смирение то. В этой же, в этой же главе в пятой главе от Марка. Слышь, это глава, пятая глава на Евангелии тот Марк. С 22 стиха. От 22 стих. Идет рассказ ну, до и после вот этой женщины. Им а, рассказ до и после а, та же жена. Что один начальник синагоги. Чей один начальник на синагога. Получил известие. И получил известие. Что его до, дочь, дочь при смерти. Чей некого-то дочеря и э, э, на прага на смерта. И вы знаете, ну, как вы считаете... Нужно ли в какой-то степени, да, вот ты начальник синагоги, ты фарисей. А, Сочетано смиряться или в а, таз степень висте начальник, висте фарисей? И вот прийти вот в народе к Иисусу Христу. И ви пред народа да а, стигнете до Иисуса Христос. Паськи его ногам. Да падните под крокатом. И попросить о чем-то. И да купомолети за нечто. Нужно ли для этого смирения? Требали да иметь смирения за то, во? Я думаю, что это даже больше, чем смирение. Мислачей даже и повычет смиревание. Это сокрушение. Твое сокрушение. Потому что фарисеи не признавали Иисус Христа. Понеже фарисеи не сопризнавали Иисуса Христа. Они возбужались над ним. Тыся се превозносились. Превозносились гордились, над ним. Гордились своей верой. Гордились со своей тверо. А тут начальник синагоги. А тут начальника на синагога. Он просто пал к ногам Иисуса Христа. Той просто и паднал под кроката на Иисуса Христа. Спаси мою дочь и моли спаси дочерями. Знаете, один как-то один богатый при, пригласил меня. И мы один богат человек, который меня поканил. К себе в дом. При него в кости. И говорит, вот перед тобой моя дочь. И казва, это при тебе моя эта дочеря. Она очень больна. Тебе много больно. Помолись за нее. Помолись за нее. И пусть она получит исцеление. И тебя да получи исцеляване. Ну, вы знаете, что-то я в этот момент пережил. Но знаете ли, в тот момент я нечто. Я вдруг почувствовал, что это не было сказано в сокрушении. А с усетих, что не было сказано в сокрушавании. А было сказано конкретно в гордыне. А было сказано в гордости. То есть мне буквально приказали. То есть на меня мне была удалена указ, заповедь. Заповедь. Я тебя домой к себе пригласил. А ты пока них в кашти. Я тебя накормил. А ты на А теперь ты давай отрабатывай. А сега до гу отработишь. Молись. Молись. Еще он сказал, что я говорю о том, что Бог не всех исцеляет. Я сказал, что Бог не всех исцелява. А кого Бог исцеляет? А кого Бог исцелял? И у пророка Исаия, и в Евангелии от Луки написано так. И при во в книге это на Исаия на от Луки. На Евангелие это от Лука. Написано. Пише что Бог исцеляет че Бог исцелява, сокрушенных сердцем. Тези, -то с, с со Правильно ли говорю? Правильно ли вам Еще написано, что Бог гордым противится. И пишет, Бог на противи. А смиренным дает благодать. А на им благодат. Я говорю о том, что Бог не всегда исцеляет. Но он мне сказал так. Ну вот написано, что вот все же получили исцеление. Я всерьез настась м указах, чин бог не всечки изцелява, но то ими отговаряно, липящи че всечки пылучих м изцеляваны. Что даже вот сотник приходил и там дочь его? Че всерьез, всъщност... что? Сотник. Сотник это командироты. А, и когда то идвал командира и даже uh, той есть с дочь теряему. Да и дочь может его даже не знала, что uh, сейчас uh, отец будет просить за ее здоровье. И может быть дочь даже не знала, че всегда Uh, ще се молят за, за нейното здраве. И вот просто он же исцелил. И той нали е исцелил. Но я не увидел, вы знаете, вот в этом доме вообще смирение. Но аз не видях в тази къща нито капка смиряваны? Было одно сплошное превозношение, гордыня. Имало е само гордостта, превознасене. И дочка его вела при мне очень отвратительно себя. И дочерята э, uh, в моем присутствии много лошо се е държала. То есть ей эта молитва была абсолютно не нужна. То есть, то есть тя не се е нуждала от тази молитва. Вот как, как, как вы думаете, вот каково молиться за человека, который не хочет, чтобы за него молились? Как мислите, как вое да се молишь за човек, който не иска да се молят за него? То и она вот, ну, по отцу говорит, батя, ты что вообще? И тя казва на башта си, эми, тате, ты какво си? Ну, короче, я не помолился. Я, сочно, не се помолих за нея. я не чувствовал укоризны какой-то или обличения совести. Не чувствовал никакого обличавания на совеста. Потому что именно по этой причине, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. За, за что то точно по тази причина, че Бог на гордите се противи, а на ты им дава благодать. Мы просто помолились, благословили этот дом и ушли с Наташей. Просто се помолихме э, и благо, благословихме тази кашта с Наталья. И опять же, вот этот момент. И все что такая, то момент. О том, что исцеление аж почему-то ожидалось от меня. Че исцелявание то по некакого причина себе ожидавало вот меня. А не от Бога. А не от Бога. Вот ты исцели. То есть ты исцеляешь. Вот ты возложи. Ты возлагай руцети. И вот ты отработай. И те да утработишь. Ну Библия об этом не говорит ни слова. Но Библия это неказала, зато твоя не за твоя дума Пойдемте дальше. Даварвим на то Я хочу открыть э, Иван э, послание Якова. Искам да утвори послание на Яков. Пятая глава. Пятая глава. С тринадцатого стиха. От тринадцати стих. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвятого церкви, пусть помолится над ним, помазав его и леем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, если соделал грехи, то простятся ему». Я этот стих, конечно же, знаю наизусть. Потому что, вы знаете, почему я многие стихи знаю наизусть? То за стихи знаем наизусть, знаете ли? За что только много стихов иди с <клес> наизусть? Потому что мне их приходится постоянно произносить. За что то постоянно требоваться, Потому что я постоянно молюсь за больных. За что это постоянно се за Постоянно молюсь за освобождение. Постоянно се за освобождение. Постоянно молюсь за благословение. Постоянно се за благословение. И постоянно молюсь за спасение. И постоянно се за спасибование. У меня уже есть принцип. А свечи им принцип? Ну, вот я работаю в Бургасе, например. Работа, например, в Бургасе. Вот, Дарья Свидетель, она сидит рядом на ресепшен. Дарья Свидетель, тебя сидит там на ресепшен. Вот, все слышит. Стичка чего? Первой неделе я вообще ни за кого не молюсь. Первого-то за никого не сей молю. Новые люди приходят. Новые тихо разпрестигают. Мы знакомимся. Не сей э, запоздновыми. Люди видят, что нормальный человек. Хората виждат нормальный человек. Что ни шаман с, бубном не прыгаем. Няма никакви шаманства, там не скачем с Ну, этикетка еще у меня такая. Про, профессор, доктор, ни. На табелка-то пишет профессор, доктор, ни. О, профес. А, профессор, про да. Профессор, ни. <laughs> <laughs> да. Ну, то есть все как бы нормально. Ну. Сечко я нормально, наред. Вот. И на второй неделе я уже начинаю людям предлагать. И от второй седмицы започвам да предлагам на хората. А, а вы не хотите чтобы я за вас помолился. Не искать за вас? Пришла одна девушка на прошедшей неделе. Дошла одна дама минула та седмица. ну, за 30 ей. Тя около 30 годична, где-то 37, да. Около 37. И вот, ну, вы знаете, как в Болгарии, я думаю, что это во многих странах сейчас практикуется. И, в сущности, и в Болгарии, в много державе, если практиковал. Мы делаем карьеру. Правим карьера. хотим не хотим рожать не хотим беременеть низками даражными за применявами и потом где-то уже вот 30, к 39 годам 35 иногда даже за 40 иликуга возраст вот пары пытаются не забеременеть. Двойки ты себе питва да забременеет. И родить кого-то. И до родят некого. Но очень часто ничего уже не получается. Но много часто вече ничто не случилось. Потому что уже поздновато. За что ты малко коснул. Срок упущен. Срока испуснат. Какие какие-то органы уже не, начали постепенно слабеть. Некую органы започных это започва за а -а до да слабват. У нее была одна беременность. И тя имел и и мало одна беременность. И она его не доносила. И тя не гою доносила. И абортировала, был абортированный плод. И в сущности это на лабортированно. Где-то на четыре месяца у нее Плот. был аборт. И те некогда на четыре на четвертый месяц ей имела аборт. И, и после этого у нее не было ни одного удачного как бы опыта. И после этого не имела ни ту един успешный опыт. Чтобы забеременеть. Че да забеременее. И ну то есть она испробовала все методы. И те испробовала всечки методы. Инвитро. Инвитро. Вот. Искусственная там, э, стимуляция. Искусственно, э, искусственная стимуляция. Но ничего не помогает. Но ничто не помогло. И вот она пришла ко мне на какие-то определенные такие процедуры. Эти определенные а, едва на определение процедуры. У нас уже появилась и аппаратура. Ведь имами и аппарати. Но э, я понимаю, что я, я лично упор делаю на что. Ну а знам а с лично вверху какво э, став, поставим акцент? Зная Писание. Познавайки Писание то. Я туда узнал. А сут там разбрах Что Бог может закрыть черево? Че Бог может до да затворить червоту? И Бог может открыть черево. Бог может до да утворить червоту. Амин или не амин? Амин или не амин? То есть беременности, роды, дети, они приходят от Господа. То есть беременность, деца и всючку ворвуют Господа. И Давид восклицает. И Давид восклицала. Ты соткал меня оба черева матери моей. Ти сам я направил во в червата чрев... на майками. Чем не червата? А как? В куре да, не, не в кишечнике, да. В матке, да, я так прямо скажу. Ты сами направил в матка то на мою на майка. Бог нас созидает в утробе наших матерей. Бог не созидал вов в утробе на нашей майки. Браво. Вот и я предложил ей, предложил ей помолиться. Я с ней предложил, да, с помолим. Говорю, я не только профессор, я еще и священник. И я, собственно, и казам, я не сам сам профессор, но самый и священник. И смотрите, Бог какую ситуацию создает. И поглядите, Бог как вас ситуация направил. Она э, легла на, на, спину, я положил ей, помазал ее елеем, поставил крестик вот здесь на лбу, вот так. Это, в сущности, легнула по горба, э, а я возложил ее раката вверху корема, помазал ее с елеем и тут Специальным миром, привезенным из, из Иерусалима. Специальным миром, донесенным от Иерусалима. Да, я показал Вот флакончик, пожалуйста. Показахи малка-то бутылка побольнее. Да. И сейчас я произнесу специальную молитву. И сограждай произнесет специальную молитву. И вы знаете, что одну одну молитву, молитву благословения Арона я знаю, ну на Изус на евреи. И вы, конечно, знаете, что одна эта молитва благословения то на Арон нас я знаю на Я произнес молитву благословения. И я произнес их молитву то на нету? Потом на старославянском языке помолился. После на старославянский язык се помолих. Потом на болгарском языке помолился. После на болгарский язык се помолих. И потом в конце еще на русском помолился. И после на русский се помолил. Вот. И говорю, теперь просто полежите еще 20 минут, полежите, ну просто вот так. Я сказал, на лето полежите еще 20 минутки. И через 20 минут я пришел. И след 20, минут и пристигом. И вы знаете, что она мне сказала? И знаете ли, как вам я сказала? Она сказала, вы ушли. И тя ми каза, че ви сте тръгнал. А вот на моем лбу а на моят, э, на моето чело, рука до сих пор лежит. Ръката все още стои. Я ей говорю. Я си казвам. Вы же понимаете? Вина ли разбирате? Что это не моя рука че уже лежит. Что это не <свят> моя рука стоит Понимаете, да? Разбирате ли? Это рука Господа Иисус Христа. Твоя рука на Господа Иисус Христос. Вот Бог как, какие ситуации создает. Это Бог как в ситуации создавал. Для чего? За какого? Чтобы я не присвоил себе славу. Да не присвою я вам. Понимаете? <смех> Слава тому. Чтобы я не сказал о том, что ну вот я вот такой крутой. Да не кажите, это сам таков Готин. Сейчас я поспособствую, да? Цыга, что ты поспособством на сечку. Хотя через меня прошло очень много семейных пар. И вопреки этого много. Семейные двойки сами нали през мен. Приведу только два примера. Что ви кажешь, само два примера. Одна пара не, 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 не могла иметь детей более 10 лет. Одна та двойка не могла да има деца а, от 10 години. По медицине считается, что если женщина не может забеременеть более двух лет, в медицине это все считают, когда то жена не может да забеременеть в рамки на две години. Хотя очень сильно хотят. Вопреки чем много искать. То это уже называется бесплодие. То това се нарича Бесплодие. А тут более более 10 лет. А тут получилось десять гуидиний. Все уже потеряли всякую надежду, в том числе и они. То есть все изгубили надежду, то включая китях. Вот после молитвы. И след молитвы то? На сегодняшний день от семейной пары имеет уже двое детей. Кам ден днешен, тазы двое кайма двей деца. Они родили одного ребенка. Родили сайт на И через какое-то время родили еще одного ребенка. Если это определенное время, то родили еще одно дитя. Я привожу самые такие крайние случаи. А с ви э, привеждам как -то пример наикрайнейшие случаи. И вторая двойка, э, вторая, э, вторая, пара. И вторая двойка. Она не могла иметь детей более семи лет. Не могла да иметь детей более семи лет. И опять же молились. И что така, И Сегодня эта пара уже имеет одного ребенка. И сега, э, кам, ден, сега вече едно а так прошло уже, наверное, уже более 20 семейных пар. А такая, повече двойки. Которые не могли иметь детей. Которые не могли иметь детей. И это только здесь, в Болгарии. И в Болгарии. И сейчас уже имеют детей. А сега вече И за все я воздаю славу только всемогущему Богу. И за я -то само на Бога. Что я повторю. Я не открываю чрево женщин. Я с повторяемасными утвориму, тробите на жените. И не закрываю. И неки затворям. Это делает только Бог. Твагу прави саму Бог. Бог всемогущий. Всемогущ, Бог. Я хочу ему сегодня воздать эту славу. Не слишком, да, мы воздам тази слава. И я хочу еще одно место открыть. Иска можьте одно место до утворя? Вот это как раз пророк Исаия, 58 глава. И тваг сошно стекни к тя пророк Исаия, пятьдесят восьмая глава. И здесь я хотел прочитать. И только их из, из когда прочитал? Давайте вместе откроем. Заедно да отворим това место. Начало я уже прочитал. Начало только прочитал вече. И вот здесь Израиль вопрошает. И тут Израиль извиква. С третьего стиха. Вот третий стих. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего, это Бог уже отвечает Израилю, это Якову. Бог вечер отговаривает на Изра... Израил, на Яков. Вы знаете, я сразу скажу мысль, мысль, что здесь приводится в пример, за пример необыкновенная светская гордыня, необыкновенная, гордость, светская гордость, а гордость религиозная. А гордость религиозная. Вот религиозные люди. Это тук религиозные хора. Они возмущаются. А, возмутя вот. И говорят, мы постимся, а ты что не видишь, Бог? И те казват, не се постим, а ты не видишь? Смиряем душу свою, а ты что не, не знаешь? За что смирих мы душа таси, а ты не внимаваш? И Бог отвечает вот таким гордым религиозникам. И тут Бог отговаря на тези горди религиозницы. И дальше я читаю. И вармим нататок. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу. И требуйте тяжких трудов от других. Вот вы поститесь, для чего поститесь? Для ссор, распри, и для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как троснит и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, говорит Господь. Разреши окова неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторни всякое ермо. Раздели с голодным хлеб твой, скитающийся бедных веди в дом. И когда увидишь нагова, одень его, и от единокровного твою, не укрывайся. И тогда откроется, как заря, свет твой. исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Тогда ты возовешь, и Господь услышит. возобьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты ударишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как в полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, уточнять кости твои, и ты будешь как напо напоенный водой и сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые, и ты восстановишь основание многих поколений, будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Аминь. Аминь. И вы знаете, вот здесь вот Писание приводит о том, что исцеление, и то к писанию то да, во пример, за исцеляванные. Исцеление твоё скоро возрастет Чет твоё то исцеляванные скорошти возраста. Это восьмой стих. Твое осми стих. Тогда откроюсь, как заря свет светлую. Только вот вот и светлень наши из грека тузурата. И слава Господня будет сопровождать тебя. Это зиста. И стравит эти скорошти процвне, правда эти шти верви пред тебе. И слава господна шти эти шти эти будут зад над Вот я привел два места. Это да, пример, за две места. Иакова 5 глава. Иаков 5 глава. И Исаия 58 глава. И Исаия 58 глава. И в этих двух местах проводится четкая связь. И в эти две места э, има точно врска. Исцеление каким-то образом связано с нашими грехами. Исцеление по некаков начин и связано с нашими грехами. Если мы грешим, то мы болеем. Аку э, грешим не были думаем. Если мы оставляем грех. Аку оставим греха то исцеление наше возрастает. То есть, -то не возрастает. Болезнь свята связана с каким-либо пороком. Болезнь свят, связана со с некаков порок. И слава Богу, что, знаете, ну, у апостола Петра э, очень тоже хорошо написано. И слава на Бога, со что такая при апостол Павел много доброй пищи. Страдающие плоти перестают грешить. Страдаешь тете со сплота спира догрешят. Да То есть болезнь она не просто так дается. То есть болезни не всегда без причина. Наше тело о чем-то кричит. Наше то тело вика за нечто. О чем-то предупреждает. За нечто предупреждало. И говорит о том, что мы что-то делаем не так. И казва, что нечто не наред, не правим нечто правильно. Некоторые даже не догадываются. Некоторые даже не могут представа. Что они делают какой-то систематический грех. Чи те правят некаков систематичен грех. И Бог через этот недуг говорит им. И Бог через тази, может быть, болезнь, проблемы им казва. Оставь этот грех. Устави грех. И я исцелю тебя. И я ще И так оно и происходит. Такая и И поэтому Иаков Якова написано. из за това в Что помажут Елеем во имя Господним. че ще помажат с елеи в името на Господа. И, и молит, молитва вера изцелит болящего. И молитвата на вярата ще изцели болидуващия. И если садил грехи, и ако си направил грехове, то простят се ему. Ще се простят те. Бог прощает все грехи. Господ прощава всички грехове. И после того, когда ты оставляешь свой грех, и когато вече оставяш своя грех, приходит также исцеление. Пристига и исцеляването. Слава нашому Богу. Слава на нашия Бог. Последнее место, которое сегодня хочу открыть. Место, я хочу открыть. И это написано в псалтере. Псалом номер 143. Псалом номер 104. 143. 143. С 11 стиха. Вот 11 стих. Здесь Давид восклицает. Только Давид восклицает. «Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, которых десница, десница лжи». То есть они постоянно лгут. 144 псалми от 11 стих. Вы знаете, что, что естественно для мира, вы знаете, что это естественно за света, то противоесте, про, противоестественно для нас верующих. То есть за нас верующих. Для мира естественно лгать. За света и естественно да лжи. И они привыкли жить в этой лжи. И да в этой лжи. Мы не призваны жить в лжи. И, не призвание да в, э, и даже э, Ложь как порог. И даже э, как порог. Если ложь становится чем-то систематическим. Ако, э, систематично. То обязательно придет и посрамление. и Обязательно ще придет какая-либо болезнь за ти болест. Как обличение от Господа. Господ. Но стоит нам только покаяться. И И Бог нас исцеляет. И Бог что не исцели. И я продолжу с 12 стиха. Я 12 стих. Я уже заканчиваю. свечи Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости. Дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Слышите, Тысячами и тьмами. Да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни вопли на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Вы знаете, как это вообще возможно? Знаете ли, как и возможно тва? Возможно ли, чтобы на улицах не было расхищения? Возможно ли, э, э, не, кук, няма, не, Кражи. Вон, кражби, да не ама кражби, Не пропажи, не вопли. Не виковые? То, что здесь написано. Да. Нап... Пиши, Наполн... наполненные житницы. Да будут наполнены житницы. Тем. Что... Поля, наполненные овцами нашими, да? Поле да будет полны с овцами. Тысячами и даже тьмами. То есть это Со тысячи тысяч. и десятки хиляди. И нам даже трудно вот так даже представить. И трудно не это да представим два. Мы можем так подумать. Скорее всего, это невозможно. И не тря... Можем да си помислим, че сигурно това не е возможно. Но ну, знаете, этот псалтир дает и ответ. Но този псалтир дава отговор. Такое возможно только в том народе. Това е возможно само при народ. У которого есть Господь. Вот, у которого Господь. При куготу Господ... Есть Бог. Е Бог. аминь Амин. об этом говорит псалтирь. Зато показал псалтирь. И я еще раз хочу привернуться к моей теме сегодня. Иска может видно, что до сей при тему Что я, собственно, сегодня хотел сказать? Как во как века же Бог своей славы не отдаст никому. Бог не омотододей слава на никого. Если Бог что-то делает на этой земле? Аку Бог нечто прави на тазе земля. Он делает это ради славы своей. Той за это слава. И для того, чтобы вознести еще второе, вознести свою церковь. церква. Потому что так и написано. За что то точно такая пища. Бог вознесет нас в свое время. Бог что не в свое время. Бог возносит церковь. Бог Которая прославляет Его святое имя. святое имя. Бог не 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 превозносит церковь. Господь не возвещает церковь то, которая прославляет человеческое имя. Куя то прославит человечку то имя. Услышьте меня, пожалуйста. Молятами да чуете. Бог вознесет церковь. Бог что воздвигнет церковь. Только ту церковь. Саму тази церква, которая всю славу, куя то тяла то слава, воздает только Всевышнему Богу. Воздава тяла слава само на Всевышний Бог. Давайте скажем на это Аминь. Да скажем Аминь на това. Будьте благословены. Подайте благословение. Слава Богу. Слава на Бога. У нас, знаете, сейчас пока прославители готовятся, да,